Если от подписчика поступит предложение записать с тобой фит, за сколько ты... Да? Не знаю, я буду отталкиваться от, от материала, наверное. То есть у меня нет такого, что какие-то деньги были еще. Даже взять Дрожарика, то есть он мне в одно время попался, я его услышал, мне понравилось. И потом так получилось, что мы с ним списались, и я такой: не против, он не против, и все. Угу. Пару месяцев, все готово. За бесплатно? Да. Ну а если бы тебе вот поступило предложение... За деньги? Да. За сколько бы за деньги, да. За любую сумму? Пацаны, полтинник на карту, и я с вами на бите.